Дорогие друзья, я в зимнем саду Дома ученых Академгородка. Пришла весна. Жизнь продолжается. Давайте посмотрим, как здесь все изменилось. В Доме ученых все тихо, спокойно. Проходит выставка красивых работ. Замечательные картины. Дорогие друзья, всем привет! Я в зимнем саду Дома ученых Академгородка. Пришла весна, и мы приглашаем вас на наш концерт танго, мартовская танго, который состоится 6 марта, воскресенье, 18 часов, здесь, в зимнем саду. Так сложилось в этом году, что наш концерт совпадает с окончанием масленичной недели. И это тот день, когда все несчастья и горести мы можем сжечь, оставить в прошлом. А также он проходит накануне Международного женского дня, 8 марта. И, друзья, есть еще одна прекрасная новость, радостная новость. 6 марта отменяются QR-коды. Да, сейчас непростые времена, и мы приглашаем вас на концерт, чтобы поднять настроение себе, своим близким, чтобы настроиться на жизнь, на радость, на здоровье и быть сильными. Друзья, приходите, будет замечательная музыка, танцы. Гостями также будут студия танца «Вираж», танцевальный клуб «Танго Сибири» и все, кто любит слушать и танцевать танго. Билеты можно купить заранее на сибкассах и заказать столики. Во время концерта ресторан Дома ученых работает. Приглашаю вас. До встречи на концерте. Пока-пока. Друзья, я покажу вам наш будущий танцпол. Смотрите, как здесь красиво. И довольно много места, чтобы танцевать.